Здравствуйте, меня зовут Николай Белобородов. Сегодня я вам расскажу о нашей компании. Неразрушающий контроль. В нашу структуру входят три подразделения. Это продажи ООО «Неразрушающий контроль», сервис ООО «НК-сервис» и наша лаборатория ООО «СМСЛ». Начну с продаж. Первая наша торговая компания. ООО «Неразрушающий контроль» начал свою деятельность в 1993 году. Тогда как представительство итальянской компании «Намикон». Сегодня «Неразрушающий контроль» – это независимая российская компания, занимающаяся продажами в сферу нефтегаз и нефтехимия, авиация, тяжелое машиностроение и другие сопутствующие сферы. Целью и продуктом нашей деятельности является высококачественное удовлетворение спроса нашего потребителя. Под продажей мы понимаем всеобъемлющую услугу, оказанную промышленному предприятию. Это начинается от выявления истинной потребности, удовлетворения этой потребности и, конечно же, удовольствия от нашей работы с заказчиком. Второе наше направление деятельности – это НК-сервис. Сервис для нас – это очень важная структура деятельности. В сервисе мы удовлетворяем потребности промышленных предприятий и лабораторий России в обслуживании, ремонте, иногда и поверке поставленного нами или приобретенного ранее оборудования. Наш сервис обладает большими компетенциями и техническими возможностями по ремонту всего спектра оборудования для неразрушающего контроля. Наша лаборатория – это прежде всего высококлассные специалисты. Сегодня мы ведем три крупных строительных объекта, точнее, контролируем три крупных строительных объекта. Мы понимаем, что наши конкурентные преимущества в этом бизнесе являются передовые технологии, которые мы применяем при контроле. Это как цифровая радиография, так и автоматизированный ультразвук, так и иные методы неразрушающего контроля. Люди, наши дефектоскописты. Нашим серьезным конкурентным преимуществом является компетенция наших дефектоскопистов и начальников участка. Именно это позволяет нам сотрудничать с крупнейшими российскими и западными компаниями строительными, контролировать их бизнес. В целом, вся наша компания нацелена на развитие и достижение новых и новых результатов. Наш темп роста впечатляет меня, и мы не намерены останавливаться. Мы хотим все дальше и дальше развиваться и расти. Для нас, наша компания, это прежде всего люди. Сказать о том, что мы ценим людей, или о том, что наши сотрудники для нас все, слишком шаблонно. На самом деле, я считаю, что 80% успеха каждой компании – это успех ее сотрудников. Я, как и все остальные, являются сотрудниками нашей компании. Какие критерии я применяю к себе? Я ставлю перед собой задачу становиться лучше каждый день. Я стремлюсь своими улучшениями поднимать всю компанию. Я считаю, что если каждый из нас будет относиться к своей работе и к своей жизни так же, мы достигнем прекрасных результатов. Сегодня вы в нашей команде, и для меня это очень ценно. То, что вы прошли все испытания и отборы, говорит о том, что вы действительно квалифицированный кандидат. На сегодняшний день вы действительно лишь кандидат. Но я уверен, что очень-очень скоро, может быть через неделю, а может быть через три, вы станете полноценным сотрудником нашей компании. У нас есть очень много возможностей для реализации всего вашего потенциала, а вы бесспорно им обладаете. Я верю, что каждый человек использует ресурсы своей компетенции всего на несколько процентов. Мы стремимся к тому, чтобы вы раскрылись. Мы стремимся к тому, чтобы ваш потенциал был реализован максимально. Мы для этого будем делать все. Вас же прошу в полной мере соответствовать нашим ожиданиям, быть инициативным, быть деятельным, и тогда наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Что для меня команда? Команда – это группа единомышленников, подчиненных единой цели. Я, точно так же, как и вы теперь, член нашей команды. Поэтому, хоть и сегодня нас с вами разделяет объектив камеры или монитор, но по факту мы уже являемся одной командой. Тогда, когда группа людей подчинена единой цели, то это уже команда. Сегодня мы с вами стали одной командой. Я, равно как и вы, подчинены одной цели. Поэтому, пожалуйста,
Всегда, как только у вас возникнет необходимость обратиться ко мне, равно как я сейчас обращаюсь к вам, вы можете это сделать. Возьмите мои контактные телефоны, Skype. Мы с вами обязательно познакомимся лично с любой инициативой, которую вы хотите поделиться со мной. Пожалуйста, обращайтесь. Я подчинен вам ровно так же, как вы подчинены мне. Это очень важно. Я искренне верю в вас. Я желаю вам реализовать весь свой потенциал и реализовать все ваши самые лучшие представления о своей работе и сделать наш с вами бизнес красивым.